когда они здесь выходят на площадку, здесь вообще вот как муравейник. Стоит. Сделают, надо потерпеть. Но они терпят, ждут. Детская площадка в этом микрорайоне Звенигорода, по словам местных жителей, действительно необходима. Однако при ее строительстве неоднократно возникали сложности. Неправильно уложенное покрытие, несоответствие малых архитектурных форм. Но теперь ждать осталось недолго. Нас включили в голосование по губернаторской площадке. Это было очень правильно сделано, своевременно, потому что уже все, на износе она была. Ну и сейчас вот занимаются ее обустройством. Депутат МОС облдумы Дмитрий Голубков проинспектировал ход строительных работ. Сейчас здесь активно работает спецтехника, закладывается основание под покрытие и тротуарные дорожки. Были небольшие нарекания по качеству проведения работ при самом старте. Значит, они сейчас устранены, и подрядчик все выполнит по новой, и, соответственно, площадка будет выполнена и сдана в срок. Все строительные работы выполняются максимально быстро и качественно. Уже в июле малыши соседних домов смогут поиграть на новой благоустроенной детской площадке. Полина Бахова, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».